Привет, друзья! Готовим вкусные помидоры на зиму. Рецепт простой, а помидоры получаются, ну, очень вкусные. Помидоры моем. У меня мелкая сливка. В каждую баночку нам понадобится семена горчицы, чеснок, острый перец, смесь 5 перцев, эссенция 70% и сухая смесь – укроп, листья хрена, листья вишни. На дно баночки раскладываем специи. Перекладываем помидоры. Я не уплотняю их сильно. Рецепт будет написан под видео. Заливаем кипятком. Прикрываем крышками и оставляем на 30 минут. Через полчаса воду из банок сливаем в кастрюлю. У меня получилось воды 5 литров. Рассчитываю сахар и соль. Добавляю в кастрюлю, перемешиваю и на плиту до полного закипания. В каждую 3-литровую банку наливаю 1 чайную ложку эссенции 70%, заливаю кипящим маринадом и закатываю. Переворачиваю баночки, чтобы проверить герметичность крышки. Помидоры прекрасно хранятся при комнатной температуре. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!